Пу-ру-пу-ру-пу. The roof, the roof, the roof in the fire, the roof. Ну вот, наверное, как-то так. Посмотрим, угадал ли я с балансом белого. Друзья, всех приветствую вас на своем канале, и меня зовут Алексей. Многие, став обладателями столь замечательных камер Sony, независимо, либо такая, как у меня, Sony A7C, либо какие-то другие модели, там, A6500, 400, 600, и не буду перечислять далее, возникает зачастую вопрос, в каком же профиле записывать. Я поначалу, честно вам скажу, когда начинал записывать свои влоги и блоги, тоже как-то терялся и особо не понимал. Для меня все вот эти были там S-Log 2, S-Log 3, какие-то другие профиля. Что же с ними делать? Естественно, когда эту тему начинаешь изучать, постепенно приходишь к тому, что проясняются какие-то моменты. Я не скажу, что я специалист до конца, но в каких-то моментах я могу что-то порекомендовать, потому как не первый год этим занимаюсь. Поэтому я не буду говорить лично, что делать вам, а я буду говорить, что делаю я. Первым делом, когда я, в принципе, записываю видео, я стараюсь изначально на стадии записи уже выставить правильно баланс белого. Может, кто-то скажет, что не всегда это получается, но как умею. Каким образом это сделать? Есть несколько способов. Это сделать можно вручную, это сделать можно с помощью специальных серых карт. И, собственно, наверное, и все. Так вот, глобально, чтобы сразу, прям и моментально. Ну, естественно, с помощью белого листа. И второй момент основной, в каком же профиле снять, если картинка, скажем так, не очень. Что значит не очень? А не очень — это когда освещение не очень хорошее. То есть в моем случае сейчас горит одна простая лампа в виде софтбокса, условного софтбокса, потому как там завинчена обычная лампочка LED, то бишь светодиодная, с температурой, скорее всего, я думаю, где-то, наверное, 3600, хотя не уверен. Попробовал, отбил баланс, но вроде как показало первый раз 3600, второй раз 3700, но возьмем среднюю температуру по больнице 3600. И взял еще вот такую вот карту, чтобы потом на посте еще посмотреть и отбить баланс, чтобы он был совсем правильный. Но сегодня я буду записывать, скорее всего, без профилей. И если вы планируете делать какие-то записи, старайтесь, наверное, если вы пишете в помещении, если у вас света не так много, пишите лучше всего без профилей. На выходе вы получаете уже замечательную картинку. Она в большинстве случаев уже с более-менее правильным балансом белого. Если у вас нет таких тяжелых условий, как передо мной стоит лампочка более холодная, позади меня стоит лампочка более теплая. И здесь, конечно, такой некий конфуз возникает. И когда вы записываете без профилей, у вас на выходе получается минимум шумов. Что, в принципе, не скажешь по S-Log 2, кто бы что ни говорил, и по, например, HLG, то есть гибрид Log Gamma. Я не буду говорить о них плохо, что это какие-то особенные, там, не очень профиля. На самом деле, я их очень люблю. Мне нравится S-Log 2 и S-Log 3. Очень часто в них снимаю. И также, собственно, нравится гибрид Log Gamma. Но в данном случае вам бы рекомендовал, особенно если вы только начинаете, не особо разбираетесь в настройках, просто поставьте без профилей. В принципе, можно поставить даже ISO в автомат. Но баланс белого лучше всего выставить. А в тот момент, когда вы выставляете баланс белого, то есть если вы снимаете при какой-либо лампе, то скорее всего эта лампа будет даже, знаете, я, наверное, скажу даже чуть по-другому. Когда вы покупаете лампочку, вы посмотрите, какая у нее цветовая температура, чтобы потом в будущем на посте выставить ту самую нужную вам цветовую температуру и не мучиться. Лампочки бывают разные, они зачастую бывают, отдают какой-то зеленцой, там, либо могут синевой, либо еще что-то. Здесь с лампами надо быть аккуратно и подобрать более-менее, наверное,
хорошую лампочку. По сразу вам скажу, что по компаниям я не знаю, ибо покупаю всегда лампы на свой страх и риск. В будущем, конечно, планирую купить себе какой-нибудь хороший софтбокс, хороший свет. Есть уже там кое-какие идеи для света. В будущем, естественно, все это покажу. Ну а на данный момент пока у меня, как я вам сказал ранее, софтбокс с лампочкой. И, соответственно, записываю без профилей. В большинстве случаев, если условия у меня такие вот комнатные, не на улице. На улице однозначно буду писать S-Log 2, S-Log 3, либо гибрид Log Gamma. Если еще остаются какие-то вопросы по этому поводу, соответственно, задавайте. А если подвести итог, еще раз скажу, можно поставить без профилей. Баланс белого лучше всего остановить вручную, для того, чтобы, если вы, например, там, скажем, двигаетесь на стуле, как-то перемещаетесь, что-то делаете, и чтобы у вас не возникло такое некое мерцание, потому что, когда вы начинаете двигаться, начинает такой перепад световой. Картинка то теплее, то холоднее, и вот оно такое достаточно неприятное, не все это замечают, но скажу вам так, что это достаточно неприятно. И, в принципе, можно ISO оставить в авто. 25 кадров в секунду для говорящей головы. 1,5, то бишь кратно 2. Ну, а ISO все будет зависеть от непосредственно мощности вашей лампочки. Еще раз спасибо, что посмотрели мое видео. Хорошего настроения, добра и не болейте.